История длиною в 66 лет, но со счастливым концом. Четыре поколения семьи Бобровских выросло в доме на Вокзальной улице. А началось все с деда, Виктора Семеновича. Новоселье здесь он отметил в 56 году. При въезде в эту квартиру лет через пять пошли слухи, что действительно дома будут идти под снос. Но слухи не подтвердились, ожидание затянулось на десятилетия. И вот, наконец, долгожданный день настал. Планировку новой квартиры семья Бобровских уже обдумала, мебель тоже выбрали. Сегодня как раз нам выдали новые ключики. Мы очень счастливы, честно говоря. Вот то, что да, у меня сейчас переполнение там эмоций идет, я их сдерживаю, потому что хочется кричать от радости. Новоселье отпразднуют не только Бобровские. Ключи от квартир получили 17 семей. О ремонте беспокоиться им не придется. К переезду все готово. Даже сантехника и электрооборудование в наличии. Реализация программы по переселению из аварийного и ветхого жилья в Одинцовском округе продолжится. До первого квартала 2025 года в новые квартиры переедут еще 88 семей. Карина Еряшева, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».